Добро пожаловать на наш YouTube-канал HardTrust Info. В данном видео я вам расскажу, как заблокировать номер телефона на устройстве Samsung Tab S10+. Для этого зайдем в меню приложения, выберем приложение «Контакты». Выберем контакт, который мы хотим заблокировать. Я, например, выберу данный контакт, и с правой стороны будет пункт «Опции». Нажмем на данные три точки. И нажмем на пункт «Заблокировать контакт» и «Блокировать». Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И до новых встреч!